Не хочется его убивать. Он же наш друг. Так, поехали. Так, что здесь есть в округе? Есть вон там точка. Пойду на нее вначале. Пробегу мимо руин здания, посмотрю лут. О, кольт 6 редкий. А чем стреляет? Че знаем? Нелегкими. Нет. О, Лего. Ну, Лего я пропускать не хочу. Сорян, буйвол это все-таки топчик. А, у меня уже труба. Ой. Тут туру, туру. Подарки нужны. Проходил же инди-игру Bendy and Ink Machine. Даже не слышал. Что это такое? Блин, а где патрики для дробаша, лол? Падение, кстати, походу вообще урон не наносит. Ну ладно, еще на готовенькое приду. На готовенькую Лего приду. Блин, давайте кольт все-таки попробуем, окей. Okay. Я же с него один раз стрелял как-то, по-моему, да? Он довольно неплохо урон вписывает. И довольно быстро, к тому же. Да блин, я чё, по несколько раз случайно нажимаю, что ли? Надо одним пальцем проводить. Чел не очень старается. Супер медленно прожимает. Может, мне уж прожать? Блин, братан, серьезно. А, все, закрыл. Куда потом бежать? Сразу на маньяка? Ну, блин, не знаю. И этого чела попробовать убить. Че у него? Блин, он это. Ботиночка. А, он их сразу купил, он первый уровень, поэтому и долго закрывал. Винтовка какая-то. Тебя смотреть, спасибо. Куда инфа про новую? Анонс был. Про новую кого? Чё? Видишь, о чем? Про новую локацию? Ну, анонс в Хейдесе был, да. А, про ПВЗ? Лол. Здорово, Фокси. Здорово. По яйкам ему, по яйкам! В воздухе осталось. Блин, ну и смысл идти на... О боже, здесь вокруг вообще ничего нет. Короче, запомним это место рядом с сейф-зоной. Так как ты перепрыгни? Потому что здесь легендарка. Лол, ничего нет. Ни одной точки. Ну, вон там только, блин, ну. Здорово, Косио. Вторая попытка проходит хорошо. Я залип уже 4 часа почти в нее играю. Она стала норм.
ну, она не лагает и играется хорошо. То есть играется как та игра, которую задумали разрабы в самом начале, типа. Блин, по воде, конечно, медленно бегать. Реально нужен перк второго уровня. Зона ритуал обычная. Не. Это я делать не буду, сорян. А чё на меня трупы попадали, а? Чё за рандом? Там еще точка или в центре? Лучше в центре пойти. Блин, ну типа. Воу. Здесь можно маном стать. И легу взять. Дарний мамонт. Ну, маном так маном, не знаю. Пойдем, поищем что. Что это телефон? Ну, карту показывает. И там еще чатик реализован с другими игроками. Я, кстати, 300 экспы дает, когда вас выбрали. Ну... Кажется, здесь кто-то на точке, да? Собирает? Не, это какие-то странные звуки. Не-не-не, убегают, убегают. О, боги, это дурацкая кукуруза, я сейчас в ней пробегаю просто. Домики у камышового пруда. Ну там двое, блин, ну двое это стрёмно. Мне кажется, что этот ждет, чтобы маном стать, нет? Поставлю на всякий случай. Ну, нет. Я же вряд ли кого-то убью, тем более у них тут три... Блин, стоп, а появлюсь-то я все равно там же, где и стал. Где и превращался, да? Окей, он за кем-то бегает. Соберу его лут. Попробую в спину выйти. Just you and me, son. It's too late to go home. Я все равно не успею его убить, лол. После игры Заман весь лут остается при тебе, да? Да, я же все равно в этой точке, я что-то плю. Ух, где я вообще? На четвертом месте каким-то раком. А, ну я Лего нашел в начале игры. Завтра новый Age of Wonders выходит. Лет 5, прошу, спрошу части, надо завтра позалипать в него. Блин, я слышал про Age of Wonders, но я не... Ну блин, Age of Wonders в космосе. Эпоха чудес в космосе, ну это же так... Эх... Необычный, ну... Наверное, лучше, чем ничего. Хотя... Столько бегать ради этого необычного. Им все равно мало полутаем, бежим дальше. Там будут советские дворфы, камон.
Ну, не особо впечатлил пока, если честно. Не знаю, честно. Да, меня просто не радует идея космоса. Но вообще, я, конечно, люблю пошаговые игры. Я завтра посмотрю, но завтра еще и Хейдес выходит. Возможно, я не завтра его посмотрю, а чуть позже. Ладно, что здесь? И что? Ага, поманка. Понятно. Бежим дальше. Ля, ну камон, ну игра. Чё такое, тачка какая? Ну серьезно. Космо-амазонки, ну это уже звучит интереснее. Все видели, что сюда не надо идти. О, вот это интересней. И здесь два челика, и где-то ман, походу, ходит. Спасибо, чел. А этот весь всю нашу тьму собрал. Стоп, почему у меня предмета нет? Есть. О, лол. Интересно, я успел? А, черт. Как же он прерывисто бегает, да? Ок, чел, живи. Ну, тут... Он уже извлекается, ноу! Что-то мы кучу тьмы здесь просрали, пока с ним стреляемся. Ну, ок. Блин, не туда, надо наверх. Здорово, где свободные ники? Привет. Блин, ну мамонт, не знаю. Не такой, по-моему, мощный, как хотелось бы. Опять же хрен попадешь. Мистер Ройс, привет. Это игра смесь всех жанров игр сразу. Ну так. Истично. Че у меня поставим меня? Есть еще? Здорово, Никвес. Добрый вечер. Спин-офф с доработанными механиками стройки. Угу. Ну, да, наверное. Но я не знаю что-то, честно. Я подумаю, посмотрю, конечно. И в предыдущий ты не играл. Ой, как страшно, боже мой. Фу, не пугай меня. Уничтожен с двух выстрелов. Зачем ты мне приснился? ВВВ69, спасибо за донат. Donation accepted.
Мне кажется, и первое, и второе очень даже неплохо звучит. Не? Главное, чтобы с резиной, конечно. You were chosen. Хочу я побыть маном? Да, наверное. Третий ман походу слабый. Да, он типа быстрый, но рассыпается. Вау, почему я здесь появился? Интересно. Ну, я же должен был у одного из выходов появиться, по идее. Странно. Атмосфера похожа на Hand Showdown, да, частично есть такое. Ух, ёпта! Already? How long has it been? Уничтожен, боже. Блюп, 2700, 3000. Это, походу, максимум, кстати. Видимо, больше трех нельзя вынести. Ну чё, мне тогда ничего не надо больше. Ух, какой челик-то был с автоматом. Это не с ним мы раньше сражались там, не? Ну, против доктора. Ну, я типа не хочу больше умирать, но... Ух ты, ёпта. Взяли, спалились. Два хита. Да, 3000 это максимум. Жесть. Не, гарпунчик все-таки хорош, конечно. Блин, мне не надо никого убивать, у меня Макс. Болото, небось, ходит еще пока что. Или нет? Боп. Можно вот... А, ну тут, в принципе, еще экспу получаешь с этого. Ну и да, другим игрокам мешаешь. Факту. Я уже не в зоне, а где челик-то? Тот что-то пытается сбежать. Блин, ну это... А, нет, он близко. Ну да, за мана экспу тоже ж надо. Сейчас на каком мане гарпунчик? Куда ж ты идешь? А, к тому выходу, окей. Вот эта зона, когда он шифтит. О, братан. Я тебя понял. Он здесь сейчас выйдет. Наверное. Kids these days. Зайка, знай, мне все понравилось. Ой, ну хорошо, спасибо. Donation accepted. Я рад. Ладно, я еще бежать далеко, я, пожалуй, за ней на шифте побегу, она скоро его израсходует.
А есть темнота. Ман, видят тебя в инвизе? Не, не должны. Черт, лучше бы бежал, да. Че это вот настолько пробежало далеко? Его убили. Джиджи. I'll make sure you get an open casket. Nice. Приятного аппетита. Спасибо, спасибо. Гречу поедаю. XP. А кто помнит, сколько я за победу в прошлом режиме получил XP? Так, ну давайте перк докупим. Наверное, спринт все-таки надо качать. За 4000 следующий, за 6 или за 8 будет? За 8, о май. 4К вроде, ну видите, да, в том режиме сколько XP, блин, зато нафармил. Геть. Разгрузочный пояс. А, вот это вот крутая штука, это больше шмоток с собой таскать можно. Интересно, оружие в том числе или нет? Ну, короче, кредиты. Ну, нет, ну я могу майку купить, почему нет? Клевая маечка, белая. Хорошая маечка. Ласт аут по сингл бай футболка появилась. Вообще танатофобия какая-то. Для женщин. Давай. Ну чё, клёво выгляжу, золотые шортики. Так, давайте еще раз сыграем в остаться в живых. Можно чередовать. В этой игре есть два режима игровых. В ДБД за 3 года только один режим. Все еще. Надоело в один играть, поиграй в другой. В ДБД 2 режима, маны выживший. Действительно. А еще режим спектатора. Как тебе такое? Манов 16 штук. На релизе было 2. Ой, 3. На бетке вообще один, только траппер. Ты же себя даже не видишь толку от этих шортиков, то к другим могут наслаждаться. Ну пусть наслаждаются, я не против. Если бы я был Тиан, я бы только ради этого шортики и носил. То, что футболки дают за ачивки, это прикольно. Сабдей планируешь? Нет, все еще не планирую. Мысль. В игре народу 400 человек. Какой сабдей? Я не буду просить людей и сабов покупать игру. Для того, чтобы со мной поиграть. Ну нет. Ее еще дорабатывать надо. Надо, чтобы в ней онлайн появился хоть какой-то. Но пока, ну реально неплохо. Меня, ну, вот на сегодняшний день хотя бы затянуло. Поиграть. Уже что-то. Чмоток нету нифига. А, это супер далеко. Никакого смысла бежать к этой сфере. Датчик говна. Спасибо за самый бесполезный айтем. В лобби видно шортики, да, и можно жопку покрутить. Ой, ты уже занял, серьезно, я так ждал, пока... Да, смотрите, полоска прям на 10-15% увядает, как только заводят сурвы. Геники, капа. Что поначалу это точно надо делать. Чтобы побыстрее маны сменялись.
здесь туалет спустить надо? Какая-то ачивка была. Без шмотки бегаю. Где-нибудь, ну. А что садей? Что? Сабдей. День субскрайберов. Мы с сабами в ДБД играем. О, опять в километрах от меня. Она прям в ком-то заспавнилась, по-моему, лол. Сразу же забрал ее. Да или нет еще? Ну, по-моему, да. А, ну вот, только сейчас перешел. Да что ты опять мне даешь эту фигню? Что с ней делать? Да камон! О, найс. Нет возможности возрождения. В этом режиме нет. Ну и вообще нет, да. Если тебя убивают, тебя убивают. Ох, конечно, пока самое бесполезное. Такой батл-рояль, конечно. Ну вот это реально батл-рояль. То есть ты должен остаться последним. Всем остальным даже помогать не надо, потому что чем больше игроков умрет, крой обратно, больше ты XP получишь. Ладно, чувак, да не добежим мы до этой сферы. Чё ты пош... Чё ты ломанулся? Ну вот этот режим, он кажется таким скучным, потому что когда рядом с тобой нет маны, он за тобой не бегает, тебе ещё делать нечего. О, есть возрождаться в другую катку. Третий ман очень опасен. Что, он быстрый? Ну да, потому что здесь оружия нету. Вот он как раз сейчас челик за стичеса играет. Ой. Такой механикой в игру сложно играть с друзьями. Спецом помогать ману не убивать своих вообще не очень. Это да. Это да. Командная игра здесь не особо реализована. Ну я тут это посижу. Посидишь. Я посижу! Но недолго. Блин, активировать нет. Ну, нет, видимо, уже нет. Бутылку главное найти. Пинг 92. Всю игру в мусорке провести и забрать свои 2к опыта, набранных, пока пил чай. Вот это и режим для фарма, я же говорю, реально можно за чаем сходить.
Не, ну вот как сейчас, конечно, я спрятался в мусорке, меня зона чуть не убила. Надо следить периодически за этим делом. Что происходит за розовой зоной? Ты урон получаешь. Like in a battle royale. Даже непонятно, где он. А потому что зона сместилась. Ты где-нибудь здесь, прям рядом со мной, не? Ну, что за луч? Что за луч? Ну! Давай сразу. На самом деле, простейшая идея была. Кто? Фишерман. Вау. Чёрт. Блин, я успею, не? А, нельзя, ладно. Но идея была норм. Какой тут вор, как они объясняют превращение обычных челиков в маньяков, падение гулей с волоча с неба? А, вот этого... понятия не имею. Ну, по-моему, минус я, да. Вот это понятия не имею, честно. 500 тьмы, 500 опыта. Я не помню, что там по лору. Он меня чисто из-за шортиков нашел белых. Так все же, какой твой выбор? Hide или die? Ну я пытался hide, я died. Мистер Папа Пиво. Кто-то байер. Даже медведь неправильно написан. Где хп? А, ну вот прям на полоске, ну вот здесь вот, короче, у прицел. Очень странный способ обозначить хп, но да. Беспалевность. Блин, я кинул типа дымовуху и развернулся в обратную сторону. Я думал, он догадается. Он догадался. Вот цвет выбрался. Даже затянуть, надо спрятаться, да? Именно. Не, быстро игроки набираются. Смотрите, катка буквально за 20 секунд. Я в БД так... быстро катки не нахожу. Ще играем спокойно. Ух, сколько игроков в одной. Ну, близко друг к другу. Прям вообще. Ямана. Ямана-манма. Я где... Ага, и в этот раз здесь тоже лежит легендарный мамонт в той же самой точке. Что-то здесь куплено. Давай еще легендарку здесь. Обычный, не... К обычкой я не пойду, побегу туда. Я ж по воде быстро сейчас бегаю, у меня второго уровня перк на скорость. Да? Найс.
микрофон за 30 кусков. У меня? Ну да. Опа! Это ж вот это вот темная тема. Сверчок, по-моему, слабенький. Блин, кольт на самом деле неплох. Но мамонт, не знаю, что лучше. У кольта все-таки потрошка побольше. Ой, по-моему, он уже начал собирать. Да, он уже начал извлекать. На Лего я вовремя пришел. Можно замутить Мерсера? Да зачем? Сиду, ну троллит он тебя. Ну что ты, вестись на троллинг будешь, что ли? Купон для ДБД или Dying Light, по-моему, у всех уже эти игры куплены. Я не знаю, для кого эти купоны сделали. Честно, но у кого не куплен ДБД и Dying Light? Убежает. Дары даже стамину не тратят. Беда онлайн больше, на катке ждем год. И о чем? Ой, 2 по 27. Надо еще на 5% апать, короче. Ну, здесь на самом деле неплохо было бы сразу на мана побежать. Но, блин, все вместе, хрен кого убьешь. Я думаю, лучше на следующую точку все-таки пойти. Надо все-таки здраво оценивать обстановку, хотя 4 сурва вместе. Лучше все-таки не стоит идти маньячить. 5 сурвов. Динг-донг. С помощью чего отображается чат на стриме? Бот или программа Streamlabs? Просто при помощи стримлапса. Опа. Блин, да мы сейчас здесь сурвами нафармим, и никто не будет маном становиться. Интересно, а под конец кто-то все равно должен стать защитником ворот или нет? Шо кричишь? Я мана. 19:20 уже, да? Блин, ну давайте, наверное, одну из последних каточей и пойдем. Все-таки в Brutal Legend. Слушать хорошую музыку. Забываешь, что есть еще третий режим в игре? А, обучение, да, конечно. Нет. Разгарно сейчас меньше игроков, чем Хайдер, да, у меня идея. А у меня для нее копия есть. Друзья послали меня с этой игрой, ну и зря. Разгарно неплох. Реально никто маном еще не стал. Не, кто-то стал слабенький, ну потому что мало еще набрал. Чего у него армия хэдбэнгов. Стабильность 60 или мое дерьмо железо за 200к рублей не потянет? Я не знаю, Мерсер. Ну, у меня стабильные 60+, да. Блин, у меня 140 пинг, кстати. Это Европа. Заметно, что чуть-чуть подлагивают. Плюс, чем больше игроков, тем меньше с экстрактора идет. Нет, по-моему, нет. Так, ну и где ман? Я хочу расстрелять. А вот он. Очень слабый револьвер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, очень слабый. Надо что-то искать новое. Я побегу вон в тот парк, и там буду пухи искать. Сколько раз я по нему, блин, пострелял.
Опять же, доктор довольно живучий вроде, но все-таки. Мне бы сейчас ключом отпереть что-нибудь, сундучок найти. Ду-ду-ду-ду. Сундучок. Ду-ду-ду-ду. По природе. При погоде. Опять же, спауны сундуков тоже, блин, надо знать. Блин, ну ладно, запомню, что здесь ключ. Лего! О-хо! Есть кто рядом? Есть. Мне обрели пуху новую. Здесь оглушителей очень много, так что даже если ман придет, в принципе, не так страшно. Че, я лучше на второй схожу. Стоп, какой бенз? А, здесь бенз и нужен. Пожалуйста, нормальную пушку где-нибудь. Не. По-моему, я успел. О! Ну, давайте попробуем. Пойду еще легких патриков-то я наберу здесь. Вроде были в доме. Этот автомат, по-моему, помощнее должен быть. Да, наберем еще здесь знатно. Один выживший просто с разной мешкой. А, ну да, все верно, да, здесь нет выбора выживших. И вот это, кстати, грустно. Так что по перкам разнообразить не особо себя можно. Быстро перезаряжается пух. Блин, ну сейчас бы на самом деле кого-то поубивать, чтобы... Или уже извлекается, а чё так... Только-только начал, я успеваю. Халява! Я даже не знаю, хочу я сейчас побежать маном становиться, но здесь только челов. Вообще, может быть. Но нельзя, здесь нету. Чё-то мы сейчас реально тьмы понасобираем просто как сурвы. Посмотрите, все сурвы в одной точке. Не, здесь за маной сейчас бегать вообще нельзя. Опа. Телепортер случайный. Это хорошо. Я его возьму. Чё, их повыкидывали? Уже нагадил на кого-то? Нет, пока. Да, одно и то же 3-5-9-1 было.
Да, здесь можно маном стать, но захочет ли кто-то это делать? О, кто-то в портал ушел. Интересно, можно с ним потом идти? Он сюда просто так побежит, да? Боже, как же он мансит. Стоп, это второй, что ли? Лол. Серьезно? О, боги, тут нет смысла становиться маном. Ага, сейчас взял и сдох просто. Всего 583, моя, видимо. Ну, походу, тут когда умираешь, получаешь половину. Да даже меньше, одну четверть. О, такой провал. Что такие слабые пухи-то? Да вот и я не знаю. Я что-то со своей в него пострелял, я урон не увидел. Но у меня, походу, еще был довольно лагучий серф. Блин, ну-ка еще одну нормальную катку сыграем на победку. Ультраластецкую. Да не надо мне ворону, не хочу из нее летать. Скучно. В прошлый раз летали, ачивку так и не сделали. Рядом с урвом насрать. Потому что она вообще невыполнима, капа. Думаю, next time, когда так сурвы будут собираться, маном становиться надо. По-моему, нет. ХЗ. Ну, типа, блин, сурвы еще тупые. Слышат, видят, что на нас ман бежит. Не стреляют ни хрена. Я один почти стрелял. А их я не понял. Их двое было или это первого мы вырубили, и он сразу же возродиться успел? За короче. Кстати, а что? У меня уровень выжившего 8. Просто для нового мана нужен 10 уровень. А потом, когда выйдет еще один маньяк, возможно, на него понадобится 15 левел. И типа, блин, надо качаться. Хз, хз. Точно был стрим снупер, он прям на тебя бежал. Че, будешь стрим заканчивать? Нет, мы в Brutal Legend пойдем. Почему не видно их очки? Очки тьмы. Блин, давно меня не было на стриме. Здорово, Карментас. Что нового? Ну, вот новиночки смотрим всякие. Эта игруль на той неделе вышла. Была очень лагучая, как только вышла, и народу в ней мало, но прикольно. Что-то телепорт вначале дает, но где, да, это перк, чтобы узнать. На рандомные телепортироваться. Ну, куда-то в рандом просто портуешься. А насчет перка понятия не имею, сколько еще хочу до перка качаться. Ха! Челик с непрокачанным спринтом. Фу, лох. Необычный, блин, необычный, на самом деле даже лутать не хочется. Вот это та самая пушка, с которой я был в прошлый раз. Чё-то она мне не понравилась. Ну вот дробаш, тем получше. Темная. Патрики уже есть. Ага. Это, конечно, такой, который не быстро стреляет, но я с него как-то размотал мана. Одного.
Blood Warrior, здорово. Да, боги, обычная. Не, ну не хочу зелень лутать. Ну зелень это, ну сколько? Ну 150-200 тьмы, по-моему. Мне такие лоховские цифры не нужны. Бойня, говна. Почему второй шанс? Потому что первый она провалила, как только вышла. Она была очень могучей. Сейчас... сейчас уже ничего такая. О, дробь. Не знаю, дробь в игре вообще самая такая логичная пока норм. Да вы издеваетесь. О, ну хоть так. Они прожали, я могу активировать. Сколько еще будет убийц ДБД? Спасибо за биться, чай. Да черт его знает. Пока новых не анонсировано. То есть я знал только об этой игре. Ни о каких других, которые еще в жанре асимметрик хоррор в ближайшее время планируют выходить, я даже не слышал. Поэтому в ближайшее время, наверное, ничего не будет. Если вы что-то знаете, делитесь инфой. Давайте посмотрим, сколько с эпика идет. Ну, походу, где-то 400. Та брутальная легенда скоро уже. Ой, даже больше, 450, 500! Да, да, эпик это 500-ка. Ну, круто, чё. Ну, лего это где-то 750, видимо. Пойду попробую за мана побегаю. Ай, блин, долго же еще. Так, они побегут в ту точку, да... Ой, там их много будет, но что поделаешь. Блин, придется типа подождать здесь. Пока можно, конечно, мобов фармить. Один чел просто стоит, тупит. Да, короче, они на точку побежали. Ну блин, их там трое. Меня там, конечно, раскатают, наверное. Может, доктора взять? Он, наверное, более живучий. Не знаю. Потерянное ухо в стиме. Да слушай, я заходил к ним в дискорд, разрабы полностью молчат. Вообще ни одного слова уже про то, будет в стиме, не будет в стиме. Лучше бы с ними пошел, пофармил на самом деле. Хоть там и комонка. Не знаю я, что нужно 100, ну что ты. Всегда так делали новости только для пекарей из Кикстартера. Да, я помню, что они никогда не любили новости рассказывать. Но блин, ну тут-то уже игра в ранний доступ вышла. Тут уже надо людям рассказать, а они... Ни хрена вообще. Не знаю, короче, не знаю. Цаура пока буду качать. Рядом кто-то. Погодите, осмотрюсь. Так, может здесь кто-то один гуляет. Нет. Блин, ну их тут охренеть сколько. Причем ушли куда-то уже. Там башня, по-моему, над этой штукой, да? Не можешь здесь забираться? Ну, конечно. Боги. Если тут башня, значит, они там на ней фармят.
Не, здесь просто домики, видимо. Какое время потратил, по-моему? Нет. I'll make sure you get an open casket. Да боги! Попади ты уже, попоешь. Хорошо. Не очень много тьмы, правда, что-то с нее выпало. Что, здесь стоит, ждет, нет? Это же все-таки плохая боевка. Я бы сказал, что ну не хуже пятницы 13-й все-таки. Ай, ладно, я не успею его убить уже. Да, жалко, жалко. Darwin Project вроде активно общались с комьюнити. Жаль, что миру не зашла игра, а разработчикам мысли пиаре. Ой, я что-то F пытаюсь прожать. Pay respects. Редкая. Так, что у меня? У меня дробаш, да, если что? Окей. И дымоуха. Что, на первом месте? Ну, после убийства на втором. Не знаю, жнец вроде еще ничего, но мне кажется, Хелиш тут самый топ. Пицца. Вен. Ладно. Dungeon Master. Дарвина надо в ЕГС выпускать. Рядом. Ну, он ко мне идет. Ну, за это, наверное, 500-ку буду давать. Проверяйте. Были у них деньги на рекламу, только стримерам ее отдали. Ага, причем стримерам просто на турнирах раздали все деньги. Это было очень смешно. Так, 946 в начале. Лоу. Найс прицел. Что-то походу где-то 350, да? 956 было, да? 300 уже есть. Ну, плюс я с мобов немного полутал. Че, опять вот этого челика попробовать убить, который со мной только что пошел. Он сейчас, я попробую понять, куда он пойдет. Левель направо, направо, на правую точку. Не факт, что прям на точку, но... Вау, что? А. Там есть какая-то ачивка с бункером. Может, это оно? Как сюда попасть? Замана? Открыть вначале, а потом с урвом побежать? Подписался на мини-низю бесплатно на миксере, хотя не смотрю, я на миксере только ради... Лиги Смайта сижу. Лол. Не, даже ман не открывает. Может, надо иметь какой-то трэш-холд тьмы определенный, 3000 типа. Чтобы не воспользоваться. Да там, наверное, все смайлы на Твиче, это просто ниндзевские. You need to slow down, son. Дубинка от меня отбивается. Тя, ну ты чё? Трекинг, новый уровень открыт. Окей. Эй, это моё!
И это моё, отдай! 58, всё, нормас. Чем? Да, я сегодня планирую как раз. Здесь, походу, есть, ага. Чё это было? Ну, он же куда-то убегает, да? А, я его уже, может, не найду. Не, ну попробуем, вдруг здесь где-нибудь в деревьях спрятался. Были использования сонара, это плюс экспа. Такое чувство, что он и правда еще здесь. Не, уже убежал далеко. А, или нет? Что с моим сонаром произошло? Здесь кто-то есть. А, понятно, здорово, братан. А че ты лут не собираешь? Давай я за тебя заберу. 12. Это, видимо, по нему постреляли. Эй-эй-эй. Моя точка. Пойдем туда сбегаю. Здесь скоро уже, наверное, фаза заканчиваться будет. Рыбак рыбака. Ты видишь, же начал через канал Ниндзя рекламировать других стримеров, мол, Ниндзя в другом замке. Смотреть на этих при заходе на его канал. Правильно сделали, что? Ну, типа, люди же приходят. И не понимают, а почему мой любимый стример пропал? Утю-тю. Правило на миксере более юзер-френдли, выглядит легче понять их без двойных стандартов. Я что-то слышал, что у них тоже, типа, правила на самом деле, ну, такие. Зэм. Мне Twitch нравится, тем более я-то правила не нарушаю. Проблем нет никаких. Что платформа стримерская все-таки до сих пор. Right. Блин, ну грустняво будет сдохнуть сейчас. Того, что у меня пуха говнодробаш. Прям со мной бегает, да? Да, прибежал. Что будет, если собрать всю белую полоску тьмы на фул? Ничего, 3000 тьмы максимум набираешь, сбегаешь с ней, ну, если с ней выживаешь, то ты получаешь эти 3000 тьмы как валюту, то есть ты можешь сразу перк какой-нибудь вкачать, например. О, сработало. Microsoft, конечно, по-моему, никак. Ну, как бы, любая платформа, как только получает популярность, и ей надо нормально работать с рекламодателями, она в любом случае начнет устанавливать такие же правила. Толерантные, правильные, компетентные, никого не задевающие, чтобы к ним рекламодатели шли. Поэтому YouTube в свое время начал. Там, еще когда PewDiePie там... сказал слово на букву, которое нельзя произносить. Тогда еще YouTube начал тоже выпендриваться. Это еще деньги или мне кажется? Так, ну мне сейчас предложат стать маном, да? Нет, я на 4-м месте, боже. Блин, у меня предметы нормально, а нет. Тысяча метров. 400, окей, поехали. Чем дробовик плох? Вроде неплохо, двух ебак сейчас разве... Да ебаки они вообще ваншотают с любым оружием, даже милишкой. Ну, типа... Да нет, дробовик норм, но не знаю. Он перезаряжается очень медленно, тебя могут легко развалить, пока ты его перезаряжаешь. Роман, блин. Не знаю, сурф это или нет. Чё с фонариком-то бегу, боже. Самое палевное в этой игре это фонарик.
Почему два выхода? Почему не три? Интересно. Там выстрелы какие-то слышно. Ты еще пока застрял в дизайне функционале, а они так это вообще стараются, типа там новые. Такие смайлы добавлять и все такое. Да боги, я в него попасть вообще не могу. На тебе. Блин, чувак, прости. Но я думаю, что мне проще будет добежать. Не хочу я свои 1800 тратить. Фига ты же... Нет! Нет, я сейчас не успею. О, боги! Почему нельзя перепрыгнуть эти дурацкие перила? А их нельзя перепрыгнуть. А, я случайно пошел в бок. Как это тупо было? Как это было тупо? Хотел последнюю победную. Взял, решил пострелять на выходе. Такой думаю, постреляю чуть-чуть. Хочу еще одну победную, говно. Ультра-властец. Вот это ультра, да. Ультра-ультра-властецкая. Роуди верит. Да выпендривался. Ну да, да. Типа, блин. Классический БМ. Ну да, дробаш такой, не знаю. Блин, с прицела еще может быть нормально. Но я по челику попал и вообще почти его не продамажил. Так смешно рекламировать AMD, играя на Intel'е. А стрим ПК у меня на чем? Ты все описание под стримом почитал, чувак? Скорее всего, нет. Потому что стрим ПК у меня как раз-таки на AMD. Он дешевый и хорошо работает. Затем что за игруля? А, ДБДшка только с пушками. Опять, короче, Трамп говорит, что игра виновата в стрельбах. Бывает. Так, я говорил, что игра быстро ищется. Как... Вот, игра, ты начинаешь разочаровывать. До этого было все прекрасно. Алло. А, кстати, у меня какая-то сумка открылась. Зарядка прицела у группана, надеюсь, быстрее. Он и так достаточно быстро заряжается. Пораженные игроки подсвечиваются на 1-2 секунды. На. Он и так быстро заряжается. Достаточно. После этих слов они с тобой расторгнут рекламный контракт. За каких слов? Они мне даже еще ничего не прислали, расторгнут, а сейчас. Не забывай, что между 9 и 10 выходит обнова в Хейдесе. Да, я про завтра помню, конечно. Джек Блэк обрубил сервера, пора в хэви метал. Ну... Нет. Черт. Сколько мне кредитов? 1300? Маловато, кстати. Больше. Уже рекламишь, еще не присылали? Ну, я говорю, у меня как бы второй комп на AMD-шке и...
Он вполне себе отлично работает. Так что я могу посоветовать. Почему не серебряные шорты? Потому что они уже не продавались в магазине. Привет, Ума. Да, завтра, возможно, будет Age of Mythology. Нет, не Age of Mythology. Age of Wonders. Блин, столько игр с названием Age было в детстве хороших. Age of Mythology, Age of Wonders, Age of Empires. Какие игры были в воскресенье? Ой, я сейчас тебе все сразу не назову. Sonic Adventure 2, Cooking Simulator, Brutal Legend. Потом я что-то не помню, что было в самом начале. Вау, рядом со мной ничего нету. Я реально забыл первые игры. А, Транзистор играли, конечно. Транзистор, Serious Sam и что еще? У меня память хреновая. Читать надо больше. Да, Serious Sam. Блин, я не знаю, куда мне бежать. Но что это за начало убогое? А, Стикс был, конечно, про воришку. Про гоблина. Да. Хоть мобов иди, блин, руби. Жесть. Все еще ни одной точки. Вон первая. Вон вторая. Ну, сейчас они там посыпятся. Смотрите, вон третья. Сколько у тебя мониторов? 3? Один для стримерского компа, а 2 для... О, 700, 600 тьмы. Чё, уже убийца? Я попал в уже играющую катку, что ли? Клёво. Нет. Что за жанр игры? Это похоже на симулятор Химок. А это ДБД. Симметрик, гребаный хоррор. Блин, за этой катки реально можно ливать. Ну чё, сейчас ман меня найдет и убьет меня ноль тьмы. Он исчез только что. Летает там. Обычная лачуга. Клёво. Джек Блэк правда говорит, что надо играть в его игру. Уже симметрик хоррор, здесь все одинаковых условиях. Ну, может быть. Хоррор батл рояль. Не, слушайте, вообще ужасный старт, нафиг. Нет смысла в эту катку играть. Все, пойдем. Пойдем Brutal Legend побегаем. Послушаем хорошую музычку.